Добро пожаловать в код. У меня большие форкасты. Очень. Где тебя только HR-ы нашли? Помни, не ты выбираешь континент, а континент выбирает тебя. Понял? Ассистентка будет? Ассистентка есть только у генерального. Корпоративная машина, тренинги за границей. Забудь. Все, что у меня есть для тебя, это уголовный кодекс, две таблетки цитрамона и план. Отправляйся в офис, там тебе расскажут подробности. Прикольные у вас там курсы по инклюзивности и diversity. Мне надо выполнять план. У вас в Эфиопии хоть знают, что такое континент? Я русский, зовут Ваня. Продай мне это. Но там нет сертификата. Не умничай. А теперь есть? Как? Наши продажи двигаются во времени, но в другую сторону, как будто бы назад. До Нового года будет сертификат? Ну а теперь? Обычные компании сначала разрабатывают, потом сертифицируют и только потом продают. Мы же делаем наоборот. Мы сначала продаем, потом сертифицируем и только потом разрабатываем. Инвертированные продажи? Типа того. Но я так никогда не делал. Тут ничего сложного, просто надо бухать, тусить и ездить по командировкам. Попробуй. И не забудь меня взять с собой. У нас в Сочи новый партнер. Бухай с ним. Добрый день. Вы из филиала кода в Эфиопии? Меня зовут Дима. Я русский, Ваня. Давай бухать. Ну давай. Партнерку. Читал? Там нет ни слова о том, что нужно впаривать и рыдать, как это было у Люсента. Ты давно работаешь в коде? Бахнем. Белый русский. Только в офисе никому не говори. Минералку и белорусский. Что? Я не пью на работе. Тогда приходи к нам на корпоратив. На Раны Коломенской. Вниз по эскалатору и налево. Не путать с зоомагазином. Вас разделили на две группы для встречного движения во времени. Красная группа до пьянки, синяя после. Чтобы различить команды, вы пьете красное. А вот те ребята уже синие и возвращаются домой. В тот раз я был синим. И в этот раз будешь. Это зона кальянов. Курим их на фруктах. Угольками не бросаемся. Для тех, кто понижает градус, туалет вот здесь. Помните, в любом случае... В этом заведении надо бухать. Кому не хватает места у бара, идет вот сюда. Здесь танцпол. Диджей играет на старых пластинках. Вот таких. Это сложно. А лепса можно? Ни лепса, ни руки вверх, ни Иванушек, ни даже мать ее Бузовой. А квиз будет? Нет, не будет. Еще глупые вопросы. Если нет, тогда поконим. Я выполнил план. Тогда ты получишь премию.